Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной черепаху из цветной бумаги. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится клей, ножницы, фломастер черного цвета, цветная бумага. Для туловища черепашки нам понадобится лист бумаги светло-зеленого цвета, а также лист бумаги темно-зеленого цвета. Складываем наш листок пополам. Также сгибаем лист бумаги темно-зеленого цвета пополам. Берем ножницы. Ножничками мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. Далее с одной стороны обрезаем уголочки, а с другой стороны мы обрезаем уголочки, чтобы получился уголочек. Вот что у нас должно получиться. Далее вырезаем из бумаги зеленого цвета прямоугольник размером 7 на 6 сантиметров. Обрезаем края, это у нас будет голова. Далее из бумаги зеленого цвета вырезаем прямоугольник размером 6 на 4 сантиметра. Обрезаем уголочки, это будут задние лапки. Далее берем бумагу зеленого цвета, сгибаем небольшую полосочку. Далее берем ножницы, обрезаем уголочек, разрезаем пополам нашу заготовку. Лапки готовы. Далее берем клей, мы работаем на клееночке, тонким слоем наносим на голову клей, приклеиваем к туловищу. Далее приклеиваем лапки. Далее приклеиваем задние лапки. Далее берем панцирь, сгибаем полосочку. Далее панцирь приклеиваем к туловищу. Далее берем лист бумаги белого цвета, пластиковую крышечку, обводим ее два раза. Далее берем ножницы и вырезаем. Берем фломастер черного цвета и рисуем зрачки. Теперь берем клей, тонким слоем наносим на глазки, приклеиваем глазки к голове. Фломастером красного цвета рисуем улыбочку. Из бумаги коричневого цвета нарезаем кружочки и приклеиваем их к панцирю. Далее берем фломастер коричневого цвета и рисуем кружочки. Вот что у нас должно получиться. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!